С новосельем. 16 детей-сирот получили из рук главы городского округа Люберцы ключи от новых квартир. Церемония вручения состоялась в администрации на еженедельном оперативном совещании. Всего за последние 5 лет руководство Люберец обеспечило жильем 95 воспитанников детских домов. В этом году запланировано предоставить квартиры 32 сиротам, которые достигли 18-летнего возраста. На днях счастливыми обладателями собственного жилья стали сразу 16 человек. Если будут какие-то проблемы жизненные, в любое время заходите, приходите, мы всегда вам поможем. А так, ребята, самое доброе пожелание, удачи, успехов, берегите себя, свое жилье. Создавайте семью в перспективе. Самое доброе вам пожелание. Девушки и юноши получили однокомнатные квартиры. Они расположены в доме новостройки по улице Вертолетная, 20. Общая площадь каждой квартиры 31 квадратный метр. Квартиры все с муниципальной отделкой, укомплектованные сантехническим оборудованием и электроплитами. Напомним, что жилые помещения для детей-сирот приобретаются за счет федерального и регионального бюджетов. Для того, чтобы завершить план 2017 года, остается обеспечить квартирами еще 13 человек. Луиза Егязарян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.